Вдруг ко мне подходит этот мужчина. Он ко мне обратился и сказал: «Вы знаете, вот я художник», достал удостоверение, где было написано, что он там секретарь Союза художников. Но я в этом удостоверении ничего не поняла и увидела только одну фамилию Пластов. Ну, поскольку Пластов, поскольку у меня сразу возникла мысль, что я попаду в мастерскую, увижу работы, я, конечно, да, согласилась. Вот, и последними его словами были такие: «Спасибо, что вы не послали нас к черту». Когда Николай Аркадьевич Пластов меня увидел в книжном магазине, вот с косами, в шапке, в пальто, да, потом, когда он меня попросил прийти, я пришла с мамой, но, естественно, ни у кого не было мысли, что он меня будет писать именно так, как увидел, в верхней одежде. Спустя много-много лет, да, и занимаясь искусством, я понимаю, что для многих художников очень важно первое впечатление. Что тебя привлекло, во что ты влюбился в этой натуре, почему ты ее хочешь писать? Приближалась весна, весенняя выставка Московского союза художников, и я стала думать, что вот скоро подойдут к концу эти сеансы, скоро мы расстанемся, скоро закончится вот эта вот интереснейшая часть моей жизни. И мне было от этого, честно говоря, грустно. Но случилось по-другому. Пришел из армии сын Николая Аркадьевича, мой теперешний супруг Николай Николаевич Пластов. И мы познакомились, и в те редкие дни, когда он из армии мог приезжать в Москву, мы стали встречаться, мы стали общаться, и вот все это привело через, по-моему, 1,5 или 2 года к нашей свадьбе. Поскольку я училась на филологическом факультете, конечно, я знала и любила поэзию, и в том числе поэзию Серебряного века. И вот специально для меня Николай выучил стихотворение Блока, вот для того, чтобы потрясти меня тоже знанием русской поэзии. И до сих пор, опять-таки, я это вспоминаю, и это у нас такой комический достаточно эпизод нашей жизни. Потому что я тогда не знала, что специально учил. Я думала, просто так же, как и я, увлечен русской поэзией. С тех пор я вместе с мужем мы занимаемся наследием Пластова, поэтому, да, он еще будет очень долго изучаем, интересен. Его наследие, даже нельзя сказать, что оно полностью раскрыто. Даже нельзя сказать, что мы действительно понимаем полностью, так сказать, его сущность, его творчество и его место в истории изобразительного искусства.